Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Эти люди ответственны и терпеливы. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Влияние на этих людей оказывает планета Нептун, особенно на тех людей, которые родились в период с 21 июля до 20-27 августа, период зодиака, называемый Домом Луны. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Для этих людей самое главное – сохранить в неприкосновенности то, что они считают исключительно своей личной территорией, а кроме того, им необходимо затушевать собственную робость. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.